Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. Конгресс армян Западной Армении. Азербайджан интенсивно готовится к военным действиям. Тигран Абрамян. Сотрудничество Армении с НАТО создает слой безопасности, который не может расшатать ни Азербайджан, ни Турция. Станислав Тарасов. Народы Северной Сирии отпразднуют шестую годовщину переворота. Новые храмы и колонны были найдены в Порт-Асаре. Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу. Пункт 9. Декларация ООН о правах коренных народов. Тема переговоров была о культурном наследии, родных языках и традиционных знаниях. Речь была представлена депутатом парламента Западной Армении и секретарем Национального собрания Западной Армении госпожой Лидией Маркосян. За последнюю неделю напряженность на передовой в Арцахе довольно спала. Об этом в беседе с Арменпресс сказал советник президента Арцаха по вопросам безопасности Тигран Абрамян. Но, по его словам, несмотря на это, ситуация может быстро измениться. В течение нескольких часов ситуация может быстро измениться. На данный момент мы лишь можем констатировать, что за последнюю неделю напряженность на передовой в Арцахе довольно спала, сказал Тигран Абрамян, добавив, что шаги Азербайджана ясно показывают готовность к военным действиям. Станислав Тарасов коснулся саммита НАТО в Брюсселе, отметив, что саммит получился весьма интересным, в том смысле, что в нем участвовали государства Южного Кавказа, включая Армению. Хоть она и является членом ОДКБ, но участвовала в саммите НАТО, что довольно уникально. Грузия делает все возможное, чтобы стать членом НАТО. Азербайджан тщательно пытается вести западную политику, а Армения, что делал Никол Пашинян в Брюсселе. С этой точки зрения, я считаю, что армянская дипломатия добилась неплохих результатов. Прежде всего, Пашинян показал себя всему миру. А во-вторых, он использовал платформу НАТО для представления своих идей и видения, подтверждая, что Республика Армения ведет многовекторную политику. Россия не против сотрудничества Армении с Западом и с НАТО, так как мы принимаем во внимание, что Армения имеет специфичные проблемы. Безопасность Армении обеспечивается Россией, и сотрудничество с НАТО создает мощный фон. Член НАТО Турция потенциально опасна для Армении, и сотрудничество Республики Армения с НАТО создает слой безопасности, который не может расшатать ни Азербайджан, ни Турция, подчеркнул Станислав Тарасов. Народы Северной Сирии собираются отметить шестую годовщину движения, сообщает информационное агентство «Месопотамия». Гости из Манбиджа, Раки, Дейр-эз-Зора, Алеппо и Шебы примут участие в мероприятиях в Кабане. 12 июля 2012 года началась первая волна движения среди народов Северной Сирии. Во время сирийского кризиса они играли активную роль. Роль женщин, важность этих проблем по-прежнему их всех затрагивает. Народы Северной Сирии организовали серию мероприятий по случаю шестой годовщины революции. Будет организована также серия маршей, показов фильмов про освобождение Северной Сирии и Кабани и подобных мероприятий. Археологи обнаружили новые храмы и Т-образные колонны на участке Порт-Асар в Армянском Нагорье. Руководитель археологического факультета университета Харан Махмед Анал сказал, что было найдено более 15 мегахрамов и более 20 колонн. В результате непрерывных раскопок появились новые здания, сказал Анал, отметив, что раскопки в Порт-Асаре продолжатся еще 150 лет, так как участок огромен. Напомним, что этот великолепный комплекс памятников, найденный в Армянском Нагорье, находится примерно в 100 километрах от Урфы и имеет историю. Примерно в 10-12 тысяч лет, возможно и больше. Недавно Порт-Асар был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сборная Франции со счетом 4-2 одержала победу над хорватами и стала обладателем Кубка Мундиаля. На 18-й минуте нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич отправил мяч в собственные ворота, а спустя 10 минут Иван Перешич стал автором гола и сравнял счет. На 38-й минуте Антуан Гризман безошибочно реализовал 11-метровый удар. Со счетом 2-1 команды ушли на перерыв. На 59-й минуте Поль Погба увеличил преимущество французов, а уже на 65-й минуте после гола Килиана Мбаппе счет стал 4-1. Во втором тайме хорваты смогли всего один раз отличиться голом. На 69-й минуте матча Марио Манджукич отправил мяч на этот раз уже в ворота противника. Большего хорваты сделать не смогли. Тем самым Франция была объявлена чемпионом мира по футболу 2018 года. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Шова» в исполнении Гадха Бэнда. Aşk arkumu tuttu bakan tesil kovi
версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!